Доброе утро. Я что-то сегодня проснуться не могу, уже время. Скоро на работу ехать, а я что-то вообще как будто бы и не спала. А еще мне нужно вот это вот, видите, ящичек стоит, бандура такая. Это осушитель, только это уже больших габаритов осушитель. Но нужно как-то вынести. Не знаю, как я это сделаю. Ну, короче, нужно как-то вынести. Вот. Ни чай не погрела, ничего же, время без 20, а я еще даже... У меня по плану был сегодня творог, я вчера творог купила. Поем, наверное, творог. Ой, сейчас бы легла бы и спала. Вообще обалденно. Вот. Вот солнце светит. Радует. Ладно, сейчас кофе выпью, я надеюсь, я проснусь. А то я тут села. Точнее, даже прилегла. Это шапить. Шапатик мой маленький, вышенький. Вот еще больше спать хочется. Девчата сегодня ушли. В школу, варюшка, сегодня так не хотела. Мама, давай на бассейн я сегодня пойду. Я что-то не хочу, я устала. Еще что-то там, голова болит. Я говорю, что это ты не хочешь на бассейн? Ну и все. Сейчас смотрю, учительница пишет. Сегодня бассейна не будет. Ну и все. Не знаю, что случилось, почему бассейна не будет. Забрать детей сегодня нужно рано. Сейчас еще танцы. Танцы, танцы, танцы. Вот на танцах будет очень тяжело. Будет вообще хотеть спать. Закипает мой чаек, пойду. Сделаю творог. Надо позавтракать. Уже все домой вернулись. Налёна, Марюшка и я. Я уже собралась. Мне сейчас идти в парикмахерскую. Не знаю, в общем, что я сделаю с волосами. Пойду. Придешь домой, как Катя из Кати Вани. Как Катя из Кати и Вани. Пойду в неизвестность, короче, увидите результат уже, когда я вернусь. Девчатам сейчас погрею кушать и пойду. О, надеюсь, по-быстренькому получится. Вообще хотела сделать шлифовку, но по моим сухим волосам я бы прям их не знаю насколько. Сейчас под мальчика подстригу. Будет очень крутая у меня стрижка. На улице, кстати, погодка офигенно, там светит солнышко. Если светит солнышко, значит, все будет прекрасно. А еще мне нужно зайти на Валберес и померить платье. И решить, что с ним делать. То ли его забирать, то ли не забирать, то ли другое заказывать. Я что-то не знаю, что я хочу. Все, я дома. Смотрите, как мне оставили волосы. Ну, в общем, даже очень, даже не слишком коротко. Посостригла она мне, сделала шлифовку. Посостригла все секущиеся мои концы, и я, в общем, довольна. Сейчас волосы такие кайфовенькие. А то так прям солома соломой была. И сказала, что не слушать нафиг никого, краситься, как красилась хной. Я раньше красилась хной, потом начали говорить, что волосы сушат. А сейчас крашусь обычной краской, и у меня вообще просто все обламывается, все. Кто там разгуделся. И, в общем, сейчас мне нравится, господи. Вообще так кайфовенько. Зашла в Пятерочку, купила виноград. Хочу сейчас пообедать. Я уже у родителей ела блинчики. Поэтому я не сильно голодная, чтобы поесть винограда. А потом уже на ужин что-то нужно будет придумывать. Так что вот. У нас сегодня еще танцы. Марюха там уроки делает. Алена пока просто лежит, уроки не делает. Я так прогулялась на улице, вообще кайфово. 10 градусов показывает, ну там градусов 15, наверное, точно есть. Уже с воскресенья у нас обещают дожди, дожди. Якушенька. Мы пошли на танцы. Только было тепло. Я еще такая свитер одеваю, думаю, сейчас пойду, будет жарко. Нифига не жарко уже. Уже прям холодает. Куда ты, птичка? Ну зачем ты так сделала? А что, удобно. На этот бедный рюкзак. Он хотя бы не падает. Так он и так не падал. Угу, конечно.
По-всякому его. Все время мне пытаются спихнуть рюкзак, чтобы я его несла. Да. А я не хочу. Все. Я буду только свои неси, вещи носить. Ты собачка, ты должна нести. Че это? Где у меня хвост вырос? Что я собачкой вдруг стала? Ужинать забыла, что ужинать, что делать сели. Маришка захотела просто бутерброды есть. Я буду доедать вчерашнюю азиатскую смесь. Заварила себе... Да что показывать? Хлеб. Да, заварила себе малиновые листочки. А тут у нас приготовилась типа мини-пицц. Вот на этом хлебе. Там ничего такого нету. Колбаска, сыр, помидорка. И соус мамин кетчуп с чуть-чуть майонеза и лук. Вот такая вот вкуснотища. Будем кушать. Мы помылись. Ну как мы? Варвара помылась, собирается спать. Кое-как доделали уроки. Самые тяжелые уроки в четверг. Всегда. Потому что кто-то уже ленится делать уроки. А у нас в среду замечу. А у вас в среду. Да я же не про то, что там много задают, а про то, что тяжело делаются. Ну, так что собираемся ложиться спать. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока.